Готовь сани летом, а телегу зимой. Товарищество с ограниченной ответственностью Мамбетов ИК готовится к посевной заранее. В настоящее время в хозяйстве имеется 26 единиц сельскохозяйственной техники. В то же время к весенне-полевым работам планируется закупка новых зерноуборочных комбайнов марок «Класс», «Ксерион» и «Амазон» из Германии. Мы планируем начать посевную кампанию в первых числах мая. В прошлом году мы получили урожай 20,5 центнеров с гектара. В этом году поставлена задача перевыполнить план. Будем сажать масличные культуры на площади в 5000 гектаров и зерновые на площади 18 тысяч, а также кормовые культуры.